Всем привет, это продолжение партии за Мали в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. А также напоминаю, что спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке «Сообщество». Что ж, приятного продолжения вам просмотра. Я уже забыл, что делал. Австралиец, дай пройти, разведчика, подвинь, пожалуйста. Влево, может, там нету варваров, если тебе варвары боятся. Дальше есть варвар, из него главное пройдет. О, прокачался. Так, соединяем. Стоунхендж барыга построил. Барыга, я так понимаю, в золотой хочет, что ли? Нет, ты ничего не хочешь сказать? Да, в золотой. Ну, по-моему, не хватает еще. 2 очка. Священочка. Так, ну мне 2 хода как-то продержат. На самом деле 3, потому что 28, 29, 30. Только на 31 начнется следующая эпоха. 2 очка я могу получить, если я 2 этих встречу. Больше вроде никак. Так, в деньги бы мне не выйти, на самом деле. Давайте мы на 1 ход отложим. Обработку бронзы. 1 ход пооткрываю. Так, трудовая повинность следующим ходом открывается. И... прошу, ты постоянно вздыхает, так тяжело. Холмам. Да, я хочу город этот поставить. Ну, где-то здесь, наверное, вот сюда. Стоим. Священочка построена. Давайте политическую голосу. Так, обработка бронзы в деньги опять. В Ньяне. Тут где-то правительственную площадь вот тут надо будет. Нет. Нет. Блин. Ну, наверное, все-таки здесь. Знаете, святилище. Я хочу побыстрее пророка. Блин, а не будет ли сейчас недовольство уже? Так, ну тут строителя в любом случае, а вот здесь. Может поставить карточку на поселенца и поселенца построить. С другой стороны, я хочу их покупать, но, блин, героический век хрен. Так, давайте поселенца вообще. Тут вообще не бывает, что будет. Раньше. О, уже иудаизм. Уже Греция и иудаизм. Нормально, да? У него там веры вообще. 6 вход, ну... Не скажу, что прям... Дофига. Так, обработку бронзы мы не ускорили. Деньги открываем. Пока деньги, 30 ходов. Так, следующим ходом в темный век мы падаем. Лады. Я японец, это далеко отсюда? От меня. Вот. О. Так, да, прилично. Слушайте, ну это не Австралия. Это там за Канди, да, где-то? В общем, темный век. Что с
Ну, грек, по-моему, если он принял религию, то это дает очки эпохи. То есть он вышел, да. 29 аж, блин. Набрал. Ну, я в темный вышел, хотя желательнее было бы все-таки в золотой на данном этапе взять монументальность и за веру рабочих тут делать. Ну ладно, впереди меня ждет героический, значит, через 30 ходов. Сразу получил одно очко за то, что в деньги вышел. Давайте смотреть, где у нас сугубо ставится. Плюс 2. Соседство с клеткой река плюс 2. За каждое соседнее священное место плюс 2. Возможно, я священку не очень правильно поставил. Во, плюс 5. Во. Зашибись. Давайте в очередь. Так, и когда у нас сугубо будет построено, тогда я могу покупать, да? В этом городе юниты зданий и районы. А, нет. Стоп. Блин, это я... Это мне надо прокачивать Рейну на покупку районов за деньги. Гонконг. Не первый встретил. Рейну прокачивать и... этого Мокшу. Ну ничего, прокачаем. Так, Акад ничего тут не дает за атаки антикавалерийских юнитов, наносят полный урон городским стенам. Тут два грека, можно, пожалуйста, уточнять? Ну вот этот грек, который Горга. Который грек. А чё, у меня ничего интересного. Ну ты у меня же всё отбегал, правильно? Это вот другой грек, скажи. Да. Тебе можно. Так, а как же мне тогда этого посела? Давайте немножко... изменим очередность, потому что мне пока этого посела опасно вести. Там у нас австралиец. Я, может, с ним... Нет, пока не отправляю никуда. Дружбу заключить. Храм Артемиды. Фес все еще хочет великого пророка. А, грек же Стоунхендж, наверное, построил. А не священное место. Тогда нормально. Так. Стоп. Нет, чудеса мне сейчас не нужны. Может, античную республику взять? Чтобы быстрее пророк набился. Давайте, наверное. Плюс 2 влияния. Так, я не буду никуда первого посла, всего-то один. Ну. Блин, надо бы достроить поселенца, конечно. Со
создание строителей поставлю. И просто производство. Пока так. А здесь поставлю город. Я бы выкупил эту клетку сразу. Япония. А немец уже говорил о таком чуде, который за Дель Пайнет. Да. А больше нет. Чего еще раз? А больше нет чудес. Нет. А, слушай, ты можешь руинку вот под ним оставить? Ты уже одну там по дороге видел. Ну ладно, не буду трогать. Спасибо. Монументик. Тогда когда скажи, когда найдешь новое чудо. Да-да, хорошо. Пошли сразу обрабатывать перец. Тут нет прохода. Ну вот мне вот эту территорию надо бы исследовать, видимо. Тут с японцем приблизительно понятно все. Я уже практически в героическом веке. Горго, ты видишь, где мой гоплит стоит? Нет, где он стоит? На твоей Р3. Ну? Ну я вот там хочу город поставить. Шметку поставить, потому что я твоего гоплита не вижу. Я просто думаю, у меня сугубы вместе с священными местами как-то ставить, понимаете? Так, я так поставлю. Поставишь метку, я так поставлю так, свой второй город. Давайте, ну, точнее, город. Я поставил. Рынок, там святилище. А ты не можешь поставить его вот на другую реку, где же там рядом еще река есть? Строителя сделаю. Ну, там еще один город будет. Мы же вроде тут с тобой вмещаемся. Надо будет вырубить, тут будет кампус в будущем. Так, этот парень меня не особо любит. Уйдем от него. К маме, уедем жить к маме. Блин, я боюсь, конечно, без защиты вести. Ну, даже не из-за австралийца, а из-за варваров, например. А, рынок тут... Тьфу ты, я и забыл. Тьфу. Надо... Блин, за Мали надо... Хорошо, сейчас посмотрел. Здание центра коммерции можно покупать, ну, за веру. Разведчикам куда-нибудь, пожалуйста. Не, спрям, пожалуйста. Блин, тут бы и строителя вообще. Давайте вот так сделаем. Ну, боюсь пока идти поселом. Сейчас тут подумаем. Ну, надо где-то либо тут ставить. Ну, скорее тут, в сторону австралийца надо ставить город. Висячие сады. Давайте из Гао. Блин.
сколько варваров-то. Так, чувак, ну, хочешь об меня убиться, я не против. Тут, конечно, нужен рабочий. Мне надо где-то тут ставить, тут, тут, тут. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот семь городов вокруг столицы. Вполне нормальных причем. И их уже развивать, а потом думать, что там делать с австралийцем, с японцем. Убился, да, убился. Железо. Есть. Да и обработку бронзы у меня ускорилась из-за того, что я убил парня. Точнее, он от меня убился. Ладно, пошли. Не-не, давайте каменную кладку. Драма и поэзия может отложить пока. Следуйте строительство. Ну вот каменоломню мне негде построить, поэтому я, наверное, так ее открою. Ждем. Что здесь? Так, из Гао в столицу отправляем. Здесь можно, кстати... Лёша, это ужасные зеленые границы. Что? Это у тебя такие границы зеленые, такие типа бирюзово-зеленые? Возможно. Не знаю, где бирюзовые, конечно. Да, это у тебя всё. Тут японец как-то сурово город поставил. Давайте, наверное, в Уалате амбар построим. О, там бьют скаута австралийского. У него такой цвет, как у американца. А вот, смотрите, нет, я не раз, два, даже если я куплю клетку, я не обработаю. Ладно, пошли сюда шелк обрабатывать, потом чай, потом красители. Видите, мне шахты не дают производства. Ну, в начале, там потом-то они будут, когда по мере открытия технологий. Зато дают кучу денег. Тулые варварцы. Тут злые варварцы. Франция, прими дружбу. Ну я бы шел, блин, не знаю, или сюда город. Ну сюда, кстати, вряд ли кто всунется. Японец может еще сюда куда-то поставить, но мне тут не страшно. Надо сюда куда-то город, на Нигере. Размещать. Убили. Австралийца. Так, из Уалаты отправим.
здесь давайте. Наверное, надо вырубить эту пшеницу. Кто сосед Конга? В Ньяне. Ты чё? У Конга кто сосед? Сейчас он будет меня выносить. Конга? Тебя? Да. Ты кто? Эй, бойс. О, я бы даже, может, Конга и помог. А то тут, понимаешь, вот ногой я как-то прям... некрасиво встал. Это прям хорошая, хорошая идея. Ну, помогайте. Хотя ты не успеешь. Сразу заберем столицу. Ну... На самом деле я не буду вмешиваться. Лучше поразвиваться, пока... Я не считаю, что в шестой циве ранее вот такой забор кого-либо выгоден. Только если у тебя вообще места нету, куда селиться, это понятно. Француз, отдай 15 голды на пару ходов. Ну, для начала скажи, как поселенец ведешь. Вот в этом месте, где он сейчас стоит, я поставлю город. А я не вижу, я уже шел до того. Ну, вот где у тебя стоял развед, там будет. На камне? Да. А. Сколько голды? Так, давайте думать. 15. Если я ставлю тут город... 15. То потом... Вернешь потом? Ну тут вообще да, места да, дофига, верну. Можно вообще вот сюда поставить, да? Ну что, Лёша, помогать будешь? Выносить его. Ну я просто не готов был. Ну через несколько ходов, наверное, да. Офигеть, Конга помогает выносить еще. Ну а чё? Ну смотри, как ты ногой всунул мне. Еще и клеткой все выкупил. Ну выкупил. Я вообще под стольню свою ставил. Ну, там то есть, не ногой больше, больше ж места нету, да? То есть, вообще тебя... больше места у меня нет, серьезно. Откровенно, ну, конечно. Говоря, ты там гау всунул как-то просто царски через горы. Кто там? Кто возмущается моим гау? Не, я не возмущаюсь, я просто подметил как наблюдатель. Я вообще далеко. Так я гау всунул, не видя города японца вообще. А потом он ногою вставил, уже когда у меня гау стоял. Француз, возвращаю, не подавал. Я гау поставил, я даже японца не встретил тогда. Я не знаю, как это можно, если у него там столица, и не встретить меня, это как бы к нему вопросы. Так это что, мне с другой стороны идти японца тоже брать? Да. Все пилим японца. Не зря же бог кузницы я брал. Ну логично. Ничего личного, япошка, меня также в прошлый раз попилили. Блин, надо было... Ничего личного, земля тебе пухом. Скорее обработать. Я сейчас буду правее. И маловато у меня денег город. Для... Я, да я слушаю, не буду выкупать все клетки, но прошу, чтобы ты пообещал то же самое. А у тебя вот ниже Парижа территория-то недостаточно? Там луга. Там луга одни. В смысле луга? Там холмов, достаточно. Так, колесо, по обработка железа, верховая езда. Что мне тут надо? Вообще. Пока так пойдем. Ну, я вообще не буду вообще трогать твои клетки. Так, я здесь вот не проверяю. Здесь шелк надо обработать. У тебя кто-то нападает в Греции или что? Нет. Понял. Ну давай. Ладно, пошли исследовать. Я, естественно, не буду с Японией воевать, сейчас мне есть чем заняться. Так, ну что, поселы еще. У меня тут стоят на поселов и на рабочих, так? Так, ну рабочих, конечно, в героическом веке, когда я буду. Решил попробовать моих мечников лучниками обстрелять. Давайте думать здесь. Священное место. Варианты? Так, строителя. Железа нет у меня больше. Строителя. Я бы, наверное, еще поселился уже. Я тебе мешаю как-то?
Так, давайте думать, быстро надо. Ой, блин, священное место и сугубу как-то вместе поставить. А, вот есть плюс 3, например. Ну тут мне сугубу никуда не всунуть. Вот еще плюс 3, опять же, сугубу никуда не всунуть. Вот плюс 3, сугубу... Блин. Плюс 2. Ну тут плюс 2. Вместе с сугубой будет... Ты этот... Я, знаете, еще не понимаю, дядя. Что мне лучше, чтобы бонус был у... священного места или чтобы бонус был у коммерческого района. Ладно, давайте, наверное, сюда сугубу. Когда здесь будет священное место, вырубим. И здесь обрабатываем. Что здесь? Тот же самый вопрос. Блин. Сугуба. Плюс его, плюс 4. Леша, нет, ты там тут кампус. Это... Работаешь вообще? В смысле? Извините. О чем? В чем вопрос? Ты участвуешь в попиле его вообще? Тут мне уже занято. Ты каждый ход будешь? Я тебе сказал, что у меня несколько ходов надо. Кто второй пилит его? Можно поинтересоваться. Второй явно этот. Конго. Давай-ка считать, братишка. Тут я что-то начал это слишком. Я тоже. Слышь? Давай считаем. Раз, два, три. Кто не спрыгнул. Раз что-то пошло, давайте кто-нибудь третий посчитаем. Раз. Так, соберем здесь овец, тут соберем два. Пшеничку. Три. О, блин. Ну, наверное, надо ставить уже прям тут. Потом у меня здесь будет. Да, нормально. Или ближе на холм сюда. Типа дальше, в смысле. Здесь вот кампус офигительный. Надо было этот ресурс. Ладно, давайте еще пройдем один ход, если не появится никаких юнитов. Пес пока не трогаем. Здесь у нас строитель завершен, посела. Сугубо завершена, покупаем рынок и строим торговца. Сугубо строится еще. Так, ну мне нравится, что я тут не так сильно по... Давайте что-нибудь поставим. Изоляционизм. Нет, пока ничего здесь не меняем. Открою драму и поэзию уже. Неплохо, ты так. Слушайте, а мне же надо... Фото шоколад. Наверное, теологию... Неплохо. Ну, я религию создам скоро. Сколько там у меня для пророка? Блин, ну тут какой-то неизвестный игрок еще долбанный, блин. Не, за твою клетки не трогаю, заметь. Так, рынок покупаем. Строим здесь священочку. Он, где? Кашет, что ли? Вот, суалатый. Где я хочу священное место? Понял, считайте вот это. А, так. Раз, два, три. Видимо, вот тут я хочу. Давай. Тут холмы. И тут холмы. Раз, два, три, ты сказал. Да, три сказал. Ой-ой-ой, блин. Ты, братишка, осталось совсем чуть-чуть. Тебе мучиться. Блин, надо город ставить. Что ж он сюда-то подошел? Совсем чуть-чуть. Нет уж у меня тут прокачки. Ладно. Не так это и страшно. Японцы так пили, что мне даже стыдно немного.
Жилья тут не хватает. Происходит. Ну, надо шахты поставить на этих холмах. Так, ну и что с правительственной площадью? Видимо, где-то тут. Сначала Рейну прокачаю, потом Мокшу. Так, пока очередь торговцев. Ставьте больше городов. Про то, что ты так будешь втыкивать Квиллу, можно было и сказать, конечно. Ё-моё. Ни разу не устраивает. Стены это вообще не вовремя, конечно. Чё, считаем? Ваш. Да, давай. Ближайший город раз, включает эту клетку два, в свою территорию. О, табаком мне надо это провернуть. Блин, что ж тут за варварцы? Дикие. Какой столицу навряд ли получится забрать. Сразу. Так, пошли сюда вырубать джунгли. Тут у нас коммерческий район планируют. Блин, откуда у меня тут варвары? Что же они не умирают? Верховую езду открыли. Давайте колесо. Обработку железа. Три разных спецрайона. У меня пока только два. Повезло. Тебе соседом повезло. Политическую моим надо. Еще одним. Бахнуть. Давайте в очередь. Его ремень так выпался. Блин, ну походу вот сюда. Не, на самом деле вот сюда надо. Можно было бы. Ладно, пока. Что можно было бы? Строится. Отбиться. Пока поселенец строится. Не будем трогать. Оборонительную тактику. Строителей можно убрать, наверное. Давайте вот так сделаем. Так, еще два хода посел строится, еще изоляционизм. Еще японец вынесет, будем знать. Как неудачно. Плюс два золота. Стены появились. Японец, ты что-то там обороняешься успешно? Ну, пытаюсь. Не, старт, конечно, провалил. Вместо Уконга гора. Я сюда поведу куда-то поселяться. Так, моя очередь считать. Ой-ой-ой. Да. Раз, два. Не три. Хочется скаута потерять. Так. Так, из Сигу надо отправить. Как больно бьют. Ну ладно. Я вообще без юнитов, кстати, на данном этапе. Вообще, ну, одни соседи у меня воюют. О, как раз думал. С австралийцем. Дружбу объявить. Далее. Ну вот, вот видите, у меня очень хорошо, вот если сюда я встанет ставлю город, потом здесь города. Вообще можно было. Ну, блин, здесь как-то не очень я прям. Ну, я есть строю, серебро. Предложение с одной стороны. Мир будешь заключать еще раз? Ну, если бы ты дружбу с Японией заключил, тогда с радостью. А так я пока воздержусь. Понял. Да, хорошо, здесь я выкуплю эти клеточки. Он
же два раза, нет, даже три. Блин, ну что он ко мне прется? Так. Ты услышал, да? Раз, два, три. Так, я не... Денюшка пошла. О, я тут не купил рынок, что ли? Нет, купил. Ах, ты же его сжёг! Блин! Целый город сжёг? Ну, я вот сюда бы пошёл. Чтобы... Сжёг, чтобы сжечь. Не потерять. Как тебе такое? У Халецкого был фес, про который он молчал. Халецкий сказал, что будет нападать, походу просто забил. Прошло два хода, если что. Бесстыдник. Так, ну ислам примем. Чё ж мы за Мали играем. А, иудаизм уже тем более приняли. Чё берём? Чудеса берём света? Можно, да. Ну, не надо мне тут, у меня мало производства, поэтому я бы, наверное, либо пищу брал. Чудеса хрен знает. Дайте пищу, накорми мир. И мечети. Кто теперь считает? Давай я посчитаю. Все, я уже в героическом веке за 13 ходов до конца. Ра... Да, нет, рано. Подождите. Подожди. Вот теперь можно фес союзить и распространять религию. Считаю. Да. Раз, два, три. А, не понял. А что ты раньше походил? Потому что вы очень долго говорите. Хороший аргумент, надо запомнить. Да нет, вы просто раз, что-то два, а потом пауза такая и три. Не понял, зачем они вообще вдвоем одновременно считали. Да, я тоже маленько сбился из-за этого, ну да ладно. Но аргумент, согласен, вообще замечательный. Так, и, кстати, кто выигрывает? Варваров к северу бегает. Так, ну и столицу надо теперь отправить, из Ньяни. С этим дурацким варваром. О, наконец. Так, правительственная так, ну, площадь. Ну, короче, провальный план. Не получилось, только разрушил ему город. Но он тут прям так знатно, Лёша, заселился уже. Ё-моё, он прям очень хорошо. Да, рассказывай. Свои места покажи. Мои места ужасные. Что это говорит? Тоже лошадей тоже надо делать, короче. Кто это? Тип. Блин. Что ты напал на него не подготовившись? Японец предложение. Ха-ха, я понял. Грек, а что это просто... Давай, может, через дружбу тогда хотя бы. Да, без проблем. О, изверженница. Блин, что это за нашествие варваров тут дикое? Мне, короче, юниты надо. А ими давно, правда, надо было, но... Сейчас вот прям... Есть смысл дальше воевать? Конкретно очень надо. Мир. А, ты мне уже кинул. Греция, Алёша, дружба. Что посоветуете, поставить гавань плюс 3, но без выхода в океан, или поставить плюс 1, но с выходом? И то поставить. Ну, в одном городе две гавани же не может быть. А, в этом плане. Ой, теперь будет драться с камерой. Ну, ты же можешь каналы потом как-нибудь проложить, нет, или не можешь? Ну там чудо будет, оно будет мешать. Плюс на холме, одна клетка на холме, нужно будет или с военным инженером срезать холм. В общем, геморрой. Грек, ты дружить будешь? Блин,
Короче, мне нужны... Конечно, конечно. Юниты. Ёпт, еще и грек справа, офигеть. Город подставил. Так серьезно сговорятся. Давайте лучника что ли сделаем. У меня просто на моей территории нет совсем люксов. Потерплю. Священного места. Ща, грек, пару ходов, ты будешь мне мешаться тут со своим скаутом. Так, пес у меня там никто не перекупает, на всякий случай проверим. Так. Пипец просто. О, 60. 60 науки получил. За распространение рели. Нормально. Лёш, ты вроде хотел границы, теперь не хочешь уже? Я тебе говорю, пару ходов, Грек, ты сейчас вот влезешь в Уалату и будешь мне в одном проходе мешаться своим скаутом. А, я понял, я вокруг пойду туда. Я тебе могу дать открытые границы, если ты пообещаешь вот тут, тут... Я не знаю, ты видишь там за Уалатой, там в одну клетку, у меня там дорога... Ну, я вижу, да? я твою Уалату вообще туда сейчас обойду вокруг, и там, если хочешь, можешь позже дать мне границы. Почему я вот тут хочу ставить, чтобы поменьше... Тут больше дает очков, я согласен. Но тут этот... Вулкан. Бесплатную копию ресурса. Это интересно. Это можно отправить... Ну вот, кстати, серебро и... Ну, японца спауна. Серебро давай. Ё-моё. У него вроде гор нет, чтобы... У него гор же нет. Я просто... Токио, вот это тут шоколадные холмы, это все такое у тебя сочное. Особенно если ты оставишь это. Можешь, понял, дай границу. У тебя каждый город такой. На этом пока все. Спонсоры канала могут увидеть продолжение прямо сейчас во вкладке «Сообщество», а для всех остальных продолжение выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!